Резидента советской разведки в США привезли в неприметный двор в районе московской станции метро «Красные ворота». Именно здесь находился подземный бункер, где размещалась ставка верховного главнокомандующего. Разведчика провели в обычный подъезд. По крутым ступенькам он спустился под землю. В приемной, ничем не отличающейся от кремлевской, в ожидании вызова сидели несколько военных и штатских. Спустя 5 минут личный адъютант Сталина Александр Поскребышев пригласил резидента в кабинет. Беседа вождя и разведчика длилась почти целый час. Именно от Иосифа Сталина Василий Зарубин, новый резидент советской разведки в США, узнал главную цель своей командировки. Зарубин вместе со своей супругой Елизаветой должны были убедить правительство Теодора Рузвельта вступить в войну против Германии. После встречи со Сталином Василий Зарубин возвращался домой на служебной эмке. Машину останавливали для проверки документов почти на каждом перекрестке. Немцы были всего в нескольких десятках километрах от Москвы. В городе нарастала паника. Люди не верили, что столице удастся отстоять. Глядя из окна машины на мрачные тревожные лица москвичей, Василий Зарубин думал о своем. Предстоящее задание будет нелегким. Он знал, американцы почти уверены, Советский Союз эту войну уже проиграл. В случае захвата Москвы немцами, они были готовы в качестве новой законной власти в России признать дореволюционное правительство Керенского. Керенский был исключительно популярен в Штатах. Уж не знаю почему. Но как-то Александр Федорович как-то сумел вот поставить себя так, что к нему американцы относились с уважением. И Керенский, конечно, в отличие от многих людей, выехавших, он взял линию такую, по-прежнему, антисоветскую. Это было действительно опасно. Василий Зарубин был еще на пути в Нью-Йорк, когда 7 декабря 1941 года японские войска разгромили американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе. После этого нападения США вошли в антигитлеровскую коалицию и объявили войну Японии. 6 декабря, за день до нападения на Пёрл-Харбор, американцы приступили к разработке нового оружия – атомной бомбы. Как стало известно, на новый проект, получивший название «Манхэттенский», правительство США выделило 20% от общей суммы расходов на военно-технические исследования. Уже находясь в Нью-Йорке, Василий Зарубин получил новый приказ – добыть максимально точные сведения о разработках нового сверхоружия. Эта операция получила название «Enormous», что в переводе с английского означает «чудовищный», «ужасный». Мы получали информацию раньше, чем Черчилль или Рузвельт. Поэтому Сталин был в курсе всех дел, и поэтому тот факт, что в момент, когда немцы уже наступали на Москву очень серьезно. Уже через несколько дней начиналась эвакуация госучреждений. Он думает о том, что, может быть, про какое-то новое оружие, хотя ничего-то неожиданного нет. Любому резиденту, особенно в такой ситуации, дает руководитель указание искать какое-то новое оружие. Василий Зарубин, человек, который сыграл главную роль в операции «Enormous», родился 4 февраля 1894 года в семье железнодорожного кондуктора в деревне Панино Бронницкого уезда Московской губернии. В 1903 году родители отдали Василия в училище при Московско-Курской железной дороге. Одновременно он пошел работать конторщиком в местную суконную лавку. В 12-14 лет он узнал, почем она копеечка, узнал, проникся духом вот этой торговли, предпринимательства. И, безусловно, это, я считаю, дало ему большое умение понимать людей, тех же клиентов, покупателей, где уже в первую минуту общения
нужно их расположить к себе, нужно их заставить свое внимание привлечь к товарам, заболтать, может быть, даже. Главное, не дать им уйти без покупки. С началом Первой мировой войны в 1914 году Василия Зарубина призвали в армию и отправили на фронт. Вскоре он получил свое первое ранение. Всего их было 4. Последнее было особенно тяжелым. Пострадал позвоночник. И Василию Зарубину пришлось целых полгода провести на больничной койке. Какое-то время лечился, излечился. Это уже подошло время к 17-му году, когда начались сначала февральская революция, потом октябрьская революция. Вот так. Ну и он участвовал вот в этих каких-то пропагандистских таких кампаниях, которые вели не только большевики, кстати, левые эсеры, просто эсеры, народники и так далее, и так далее. В апреле 1918 года Зарубин вступил в партию большевиков. Именно их идеи понравились молодому Василию больше всего. Вскоре он записался добровольцем в Красную армию. Воевал на Южном фронте. После возвращения домой Василий Зарубин познакомился с Ольгой Васильевой. Молодых людей сблизила общая страсть к чтению. Их первая встреча произошла в библиотеке. Василий брал учебники по французской грамматике, а Ольга – книги любимых поэтов – Маяковского и Блока. Мимолетное знакомство вскоре переросло в серьезное чувство. Василий и Ольга поженились. Осенью 1920 года Василий Зарубин получил должность сотрудника для поручений при начальнике 5-й дивизии внутренней службы. Зарубин служил в городе Козлове. Основная задача этих частей была обеспечивать безопасность железных дорог, как основного тогда вида транспорта, от состояния которого, в общем-то, и зависел успех сражающихся армий. В 1920 году войска внутренней службы были расформированы. Василий Зарубин, благодаря положительной характеристике командования, получил новое назначение. Его отправили в ВЧК. В политическом отношении товарищ Зарубин был и есть в положительной степени благонадежный. За все понесенные труды политуправления 24-й бригады ВНУС рекомендует товарища Зарубина как ревностного и во многих отношениях компетентного и безукоризненного работника. 29 ноября 1920 года. Первое время Василий Зарубин был уполномоченным транспортного ЧК города Москвы. Его главными врагами стали спекулянты. В этом же 1920 году в семье Зарубинах родилась девочка, которую назвали Зоя. Вскоре вся семья переехала на Дальний Восток. Василий Зарубин получил новое назначение. Он стал заместителем начальника особого отдела 17-го Приморского корпуса в городе Никольске-Уссурийском. Он работал не просто в аппарате транспортной ЧК, а в структурах, наименуемых секретная оперативная часть. Она, в общем-то, тогда и отвечала за работу с агентурой, потому что, например, раскрыть случаи саботажа, хищения, вредительства на железной дороге путем какого-то внешнего контроля, установления там караулов, даже вот скрытых на манер пограничных секретов наблюдателей чекистов было невозможно только с помощью помощников. На новом месте за короткий срок Василий Зарубин провел несколько успешных операций. Молодого, энергичного сотрудника заметил Михаил Трилиссер, в то время комиссар Дальневосточной республики. По его рекомендации Зарубина перевели на работу в разведку. Уже в новом качестве Василий Зарубин стал выезжать в Китай. Его задача осталась прежней – выявлять контрабандистов, но теперь уже за границей. Эти банды уголовные чисто, они были не всегда чисто уголовные. Там принимали участие и бывшие офицеры, и другие такие сомнительные люди. И очень часто эти деньги, которые они захватывали, или материальные ценности, как в виде золота, каких-то драгоценных камней, так и в виде продовольствия, которое котировалось в те годы как твердая валюта, ну понятно почему, ими снабжались контрреволюционные боевые организации. Василия Зарубина часто можно было видеть в преград.
что точно зафиксировано, она произошла в Дании. По-моему, это был 29-й год. Да, 29-й год, когда отца направили нелегально в Данию, ну и с ним, к нему выехала и мать тоже, они должны были работать вместе на нелегальной работе. Это точно зафиксированный факт их встречи. Но была ли она абсолютно первой, неясно, потому что не исключено, что они могли, может быть, так случайно, непродолжительно встречаться и ну, в том ведомстве, в котором они вместе работали. Елизавета Горская в девичестве Розенцвейк родилась в Австро-Венгерской империи в богатой семье управляющего лесничеством. После окончания школы Лиза продолжила обучение сначала в Черновицком, потом в Парижском и Венском университетах. В 1924 году она получила диплом переводчика с французского, немецкого и английского языков. Также она говорила на идиш, свободно владела русским и румынским языками. Название ее дипломной работы – «Крестьянство в России в конце XIX века». Этот научный труд до сих пор хранится в архиве Венского университета. У них все абсолютно разное. Все разное. Он этнически абсолютно чистокровный русский, она чистокровная еврейка. Он родился в России, она родилась за границей. Тогда это была Австро-Венгрия. Он окончил 2 класса всего-навсего, а она училась только в 2 университетах. Нет, она училась в 3 университетах. Там семья была несколько иного рода. Я не знаю, какое было у них образование, но все дети там, которые выросли, все получили высшее образование. То есть все-таки это была семья вот такая полуинтеллигентная, по-видимому. В 1924 году Лиза устроилась на работу в торгпредство СССР в Австрии. Социалистка по убеждениям, практически все ее братья и сестры были революционерами, она охотно согласилась на сотрудничество с советской разведкой. Новый агент получила псевдоним Эрна. В 1928 году Елизавету Розенцвейк зачислили в штат иностранного отдела ОГПУ. Из Вены она переехала в Москву. Одновременно с работой в секретариате ОГПУ Лиза проходила интенсивную разведывательную подготовку. Первым ее самостоятельным заданием стало участие в создании агентурной сети в Турции. В Стамбуле Лиза работала под руководством Якова Блюмкина. Когда ее уже взяли в органы непосредственно, учитывая, что у нее фамилия Розенцвейк, а у нее многие родственники остались, ну, я бы сказал, за рубежом и связи, то ей дали другую фамилию, что очень редко, то есть часто бывало, значит, Горская. Вот под этой фамилией она выполняла ряд очень важных поручений, в том числе и поручения по, так сказать, по работе с Блюмкиным. Яков Блюмкин был легендарной личностью. Будучи эсером в 1918 году, он застрелил немецкого посла графа Мирбаха. Таким образом, он пытался помешать подписанию Брестского мирного договора между Россией и Германией. Позже, перейдя на сторону большевиков, он стал сотрудником ВЧК. В 1929 году, находясь в Стамбуле, по тайному поручению советского правительства, он продавал западным коллекционерам древнееврейские хасидские рукописи. На вырученные деньги по заданию центра он должен был организовать на Ближнем Востоке вооруженную борьбу против англичан. Однако Блюмкин утаил часть средств. Елизавета Горская была прекрасно осведомлена о делах своего начальника. По возвращению в Москву она тут же сообщила об этом руководству ОГПУ. Блюмкин был арестован и расстрелян. Елизавету Горскую также подвергли тщательной проверке. Несколько тревожных недель, пока шло разбирательство, она провела под домашним арестом. Горскую в чем-то начальство подозревало и какое-то время проверяло ее, что называется, лояльность, преданность. И, вероятно, убедившись в том, что она, в отличие от Блюмкина, не имела никаких подспудных мыслей, намерений о ведении своей политической игры с тогдашней политической оппозиции, отпустили вот ее на работу.
1929 году иностранный отдел ОГПУ получил приказ увеличить численность агентов во Франции. Тогда руководство Советской России считало Французскую республику своим главным внешним врагом. Василий Зарубин, псевдоним Бетти, и Елизавета Горская, псевдоним Вардо, получили новые назначения и выехали во Францию как супруги Кочики. По некоторым источникам, он получил контракт, уже работая в Париже, с знаменитой американской кинокомпанией Paramount Pictures, существующей до сих пор, о том, что вот именно рекламному бюро господина Кочика было доверено эксклюзивное вот право на рекламные кампании фильмов, тех фильмов компании Paramount, которые прокатывались во Франции. То есть контакты, безусловно, в деловых кругах у него были. И это, конечно, предопределило то, что ему вот с бизнесменами, зная их логику, опять же, поведение, зная их менталитет, ему было легче настраивать контакты. В Париже Василию Зарубину пригодилось его давнее увлечение большим теннисом. Еще в Москве он познакомился с этой игрой аристократов. Являясь членом спортивного общества «Динамо», он неоднократно занимал первые места на самых различных соревнованиях. Во Франции увлечение этим видом спорта позволило ему войти в узкий круг французского политического бомонда. Французский социалист Кот, да, который вовсе не был, как говорят, нашим там агентом, шпионом. Нет, но он был, наверное, человеком, которого можно сейчас по современной терминологии, я так думаю, назвать, может быть, агентом влияния. Да? Но Кот тоже играл в теннис. И Пьер Кот был на том же теннисном корте. И, собственно, вот Кот и его друзья и рекомендовали Зарубина вот в этот круг очень замкнутый, очень привилегированный людей, которые, так сказать, вот играли в теннис, собирались. Василий Зарубин становится близким другом министров, депутатов парламента и старших офицеров французской армии. Благодаря этим связям он получил доступ к секретной переписке французских и немецких дипломатов. В Париже Лиза и Василий Зарубины жили неподалеку от порта Вансен. Здесь, в небольшой квартире в доме на берегу Сены, в 1932 году у них родился сын Петр. Интересно было очень рождение Петра. Вот тут, знаете, многие люди все время вспоминают одну и ту же старинную историю вот про радистку Кэт. Как радистка Кэт кричала, там, на каком языке и все прочее. У Зарубиных была совершенно другая история. Они были действительно очень опытными разведчиками, и они отправили Елизавету рожать не куда-нибудь, а в клинике, где рожали все русские эмигранты. И что она там кричала, это уже никого не волновало. Я родился в Париже, жили потом в Германии, надолго меня отправляли пансионат жить в детский в Швейцарию, когда родители должны были по делам службы выезжать вместе. Поэтому в те годы я ничего этого не понимал. Вот. Ну, а первое понимание рода их деятельности и характера этой семьи, в которой я вырос, конечно, возникло уже позже. 30 января 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург назначил на пост рейхсканцлера Адольфа Гитлера, представителя самой крупной в парламенте партии НСДАП. Для национал-социалистов это было крупной победой. Буквально несколько лет назад их поддерживали всего 3% избирателей. Однако обещание Гитлера навести в стране порядок железной рукой принесло ему поддержку большинства населения. Приход к власти нацистов вызвал обеспокоенность руководства Советского Союза. На карте Европы появилась совершенно новая Германия, которая стремилась вернуть утраченные после Первой мировой войны позиции. В 1933 году чета Зарубиных получила новое назначение. Для сбора оперативной информации они переехали в Берлин. Господин Кочик занялся изучением особенностей немецкого кинорынка, но это было лишь прикрытием для нелегальной работы семьи советских разведчиков. В ноябре 1934 года Центр передал на связь с Зарубиным своего особо ценного агента А-201. Позже он получил псевдоним Брайтенбах. Этим агентом был криминалькомиссар контрразведывательного отдела гауптштурмфюрер СС Вилли Леман. Можно его считать
какой-то степени прототипом Штирлица, поскольку, по всей видимости, если не единственный, то из очень немногих друзей Советского Союза и помощников советской разведки, который на самом деле работал в том самом имперском управлении безопасности, которое вот столь подробно описано в романе Юлиана Семенова и в одноименном фильме. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Агент Брайтенбах возглавлял отдел гестапо по борьбе с коммунистическим шпионажем. Вилли Лемон неоднократно спасал советскую резидентуру от провалов, вовремя предупреждая об операциях немецкой контрразведки. Во время одной из встреч с Василием Зарубиным Брайтенбах сообщил, что гестапо ведет наблюдение за американским гражданином Яганном Штриммером. В ближайшее время планируется его арест. Под этим именем скрывался советский нелегальный агент Сергей Басов. Только благодаря Лемону Басову удалось вовремя вывести в СССР. Лемон не только работал в гестапо. Я бы все-таки, может быть, Лемона сравнил бы с теми современными американскими нашими агентами, которые работали в отделах ЦРУ, скажем, по изучению Советского Союза. А Лемон-то был не большой теоретик, он был практик. Он именно работал по советскому посольству. Он работал по торгпредствам. Он работал по тем советским людям, которые были в Германии. В 1937 году супруги Зарубины вернулись в СССР. Василий за успешную деятельность в фашистской Германии был награжден орденом Красного Знамени, а Елизавете Зарубиной было присвоено звание капитана госбезопасности. Когда мы приехали из Германии, когда я выходил во двор гулять нашего дома, то там мне иногда доставалось, пацаны с криками «фашист» меня пытались колотить, потому что я не знал никакого языка, кроме немецкого. Ну, мы же жили в Германии, упаси Бог сказать мне, чтобы я знал что-нибудь, что мы вообще не немцы. Для меня этого вопроса не существовало. Ну, потом я быстро забыл немецкий, я его сейчас совершенно не помню. В конце 30-х годов по стране прокатилась волна репрессий. По надуманным обвинениям были расстреляны десятки тысяч людей, сотни тысяч брошены в лагеря. Осенью 1938 года новый руководитель НКВД Лаврентий Берия начал чистку аппаратов внешней разведки. На допросе один из арестованных сотрудников иностранного отдела ОГПУ под пытками подписал протокол, где обвинил Василия Зарубина в сотрудничестве с немецкими спецслужбами. Однако позже на суде коллега Зарубина заявил о том, что его под пытками принудили подписать этот документ. Зарубин остался на свободе. Иногда приходил домой, говорю: «Господи, посадили бы меня, что ли? Я встречаю семьи на улице, они мне плюют в лицо и говорят: ну что же ты? Наверное, ты вот наговорил, потому что ты-то ходишь, а мой-то сидит». Понимаете, вот этот период тоже был не очень простой. Все-таки надо сказать, что несмотря на те коллизии, неприятные, тяжелые коллизии, которые затрагивали семью отца и матери, все-таки нам повезло, нашей семье. Никого не посадили, не расстреляли. А это, как я теперь понимаю, было абсолютно реально. Поэтому меня всеми силами изолировали родители. И только уже где-то, когда мне стало лет 13, 14, 15, я начал по существу понимать и ситуацию, а по-настоящему уже понял ее только где-то, ну, я бы думаю, что это в конце 40-х. И все же маховик репрессивной машины, запущенной Берия, не миновал семью Зарубиных. 1 марта 1939 года из органов НКВД была уволена Елизавета Зарубина. Ей выдали жалование за 4 месяца и отправили в резерв. Но все эти события никак не отразились на мечте старшей дочери Василия Зарубина Зои продолжить династию разведчиков. Когда я закончила школу в 1939 году, отец был в очередной командировке,
И он вернулся и пригласил меня, первый раз в жизни он меня пригласил в ресторан. Это было для меня очень важно. И он говорит, ну, я очень горжусь тем, что ты получил диплом с отличием. Тогда не было медали. Кем ты хочешь быть? Я говорю, папа, ну, конечно, разведчиком. Каким разведчиком? Хватит у нас в семье разведчиков. Зоя Зарубина не стала перечить отцу. После окончания школы она поступила на исторический факультет Института философии, литературы и истории. Однако начавшаяся через 2 года война не позволила ей закончить обучение. В 1942 году после очередного рапорта с просьбой перевести на фронт ее зачислили в первое управление НКВД. Она третий представитель семьи Зарубиных, который стал штатным сотрудником органов госбезопасности. В конце 30-х годов в результате репрессий был практически полностью уничтожен весь аппарат иностранного отдела ОГПУ. В течение 8 месяцев из-за границы не пришло ни одной шифровки. В 1939 году казалось, что этот канал информации утерян навсегда. Мы потеряли связь. Мы потеряли не только наших кадровых зарубежных сотрудников, но потеряли огромное количество агентов. Потому что раз ушел оперативный сотрудник, который с ним поддерживал связь, значит, с ним связь утеряна. Вот. А так как еще не пострадало огромное количество старшего и высшего состава руководящего в центре, значит, потерян оперативный работник, потерян руководитель его в центре, который эту агентуру знал, хотя бы частично. Значит, эти люди оказались нигде. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Началась Вторая мировая война. Угроза со стороны германского фашизма заставила руководство ОГПУ активизировать работу с оставшимися за рубежом агентами. Медленно, по крупицам, восстанавливалась агентурная сеть в Германии, созданная когда-то семьей Зарубиных и другими разведчиками-нелегалами. Была вновь налажена связь и с Вилли Леманом. 19 июня 1941 года агент Брайтенбах Вилли Леман в последний раз вышел на связь. Он сообщил, что 22 июня в 3 часа ночи немецкие войска нападут на СССР. Эта информация была срочно отправлена в Москву. Но, как известно, Иосиф Сталин не поверил ни этому донесению, ни данным, полученным из других источников. Это сотрудничество продолжалось до 22 июня 1941 года посредством вот личных встреч. И, к сожалению, в общем-то, был провален сам Леман. Причем, когда выяснилось, что высокопоставленный чин гестапо, он на момент ареста был уже подполковником, работал на протяжении почти 10 лет на советскую разведку, то его даже побоялись на любой, как говорится, судебный процесс выводить. Его расстреляли фактически без суда и следствия. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Василию Зарубину и его супруге Елизавете Юрьевне вернули прежние должности и вновь привлекли к оперативной работе. Их новое место назначения – Соединенные Штаты Америки. Новая фамилия – Зубилины. Я помню бомбежки Москвы, помню, как мальчишка бегал по утрам по улицам, собирал осколки. Это в основном были осколки зенитных снарядов. Слава богу, бомбы рядом не взрывались. И вот мне сказали, что надо куда-то ехать, отец и мать сели в поезд, меня взяли с собой, и когда мы уже ехали в поезде, мне открыли паспорт, показали, что у меня теперь другая фамилия, сказали, что мы едем в Соединенные Штаты. В декабре 1941 года самолетом через Китай семья Зарубиных добралась до Нью-Йорка.
Здесь Василий Михайлович занял пост вице-консула советского посольства. Благодаря его усилиям, уже в начале 1942 года США начали поставлять в Советский Союз по ленд-лизу самолеты, танки, автомашины, продовольствие и боеприпасы. По заданию ОГПУ Василий Зарубин сразу же начал искать выходы на американских ученых, занимавшихся разработкой атомной бомбы. Здесь ему помог резидент советской военной разведки Павел Мелкишев, который познакомил Зарубина с Маргаритой Каненковой, супругой известного скульптора Сергея Каненкова и близкой подругой Альберта Эйнштейна. Елизавета Зарубина стала тенью Маргариты. Позже Марго свела ее со своей хорошей знакомой Кэтрин, женой Роберта Оппенгеймера, руководившего работами по созданию атомной бомбы. Здесь была такая двойная связь, двойная игра. И благодаря этой игре было очень много добыто. Они подыгрывали друг другу, они дополняли друг друга. И вот, судя по каким-то рассказам людей, я бы даже не рискнул сказать, кто из них был лучше, кто из них был краше. Это как раз тот случай, когда оба были высочайшего класса разведчики. Контакт Зарубиных с Оппенгеймером был быстро налажен. Согласие на сотрудничество получено. В Москве знали, что супруги Оппенгеймер придерживаются левых взглядов, а сам Роберт даже вступил в коммунистическую партию США. Чтобы не вызывать подозрений у ФБР, Елизавета убедила Оппенгеймера выйти из американской компартии и попросила взять на работу лояльных СССР ученых. Проблема вербовки, так просто сказать, завербовалась. Я сразу представляю, что вот сидит Зарубина и говорит: ну, теперь, Оппенгеймер, ты будешь работать на нашу разведку, вот, напиши расписку и так далее. А на деле же все не так происходит. На деле у них были хорошие отношения. Благодаря Роберту Оппенгеймеру агенты советской разведки получили работу в атомных лабораториях в Окридже, Лос-Аламосе и Чикаго. Один из них, Клаус Фукс, впоследствии передал Советскому Союзу основные секреты разработок атомной бомбы. Москва получила 286 документов, связанных с процессом создания сверхоружия. Скопированные материалы расшифровывались в специальном отделе СНКВД СССР. Их переводом занималась дочь Василия Зарубина от первого брака, Зоя, лейтенант госбезопасности. Он тоже был у истоков начала создания вот этой очень важной агентурной сети, которая привела к возможности получения секретов Манхэттенского проекта. Более того, как свет мал, так получилось, что в конечном итоге я была одним из первых переводчиков этих документов и сидела на этих документах довольно долго. Хотя никогда с папой об этом ни словом не обмолвилась. В обязанности Зои входили перевод и подготовка поступавших из США секретных научных материалов по ядерному оружию. Старшая дочь Василия Зарубина фактически завершала работу отца и Елизаветы Зарубиной в рамках операции «Энормос». В апреле 1943 года Центр принимает решение о переводе Василия Зарубина в Вашингтон в качестве главного резидента по североамериканскому региону. В его задачу теперь входило курирование агентурной сети в США, Мексике и Канаде. Мы ездили из Нью-Йорка в Филадельфию, в Соединенных Штатах, и он меня посадил смотреть заднее стекло нашего автомобиля. Отец водил сам всегда. И вот я там был сигнальщиком и говорил, что вот там есть машина, которая вот за нами едет. Ну, вот такого рода. Для меня это была просто, конечно, забавная детская игра. Вот тогда были первые такие совершенно игровые для ребенка элементы участия в их деле. И только много-много позже я уже начал понимать характер того, что творилось вокруг. Активная деятельность вице-консула советского посольства привлекла внимание сотрудников ФБР. Зарубин оказался под наблюдением. Эта фотография сделана представителями американских спецслужб в центре Вашингтона. Василий Зарубин идет на встречу со Стивом Нельсоном, заместителем генсекретаря американской компартии. Василий Михайлович просто недооценил технического прогресса
достигнутого американской контрразведкой. Потому что вся квартира человека номер два в американской компартии была нашпигована всяческой подслушивающей аппаратурой. И, как полагают, я не знаю, доказано это или нет, как полагают, многое из сказанного Зарубиным было записано американцами, а было сказано и названо имена некоторых агентов, в том числе и агентов, работающих по Манхэттенскому проекту. ФБР незамедлительно известило президента США Теодора Рузвельта. Однако администрация американского президента по политическим соображениям предпочла не ссориться с союзниками. Но в декабре 44 года семья Зарубиных была срочно отозвана в Москву. Один из сотрудников советской резидентуры в США донес на Зарубиных, обвинив их в предательстве. 6 месяцев шло разбирательство. Все это время генерал Василий Зарубин находился под домашним арестом. Он был полностью оправдан, но к оперативной работе доступ теперь был закрыт. В октябре 1946 года по инициативе Сталина в стране началась антисемитская кампания. Еврейку по национальности Елизавету Юльевну Зарубину уволили с формулировкой «за невозможностью дальнейшего использования». Ей не дали дослужить до пенсии всего 4 года. Первый конфликт у отца с отделом кадров, он говорит, я не могу понять, почему, когда мы работали, как говорит, таскали каштаны из огня, мы были востребованы, а теперь она вам не востребована. Ну, она, ее с постановкой на воинский учет общий, она была подполковником, она никогда не пошла на воинский учет, ей было 46 лет, поэтому пенсия ей не полагалась. И она могла бы получить пенсию, как, я бы сказала, ветеран партии, она этого тоже не сделала. Ну, конечно, внутренне она была очень травмирована. Ну, особенно она была травмирована тогда, когда это произошло и с отцом. Генерал-майора госбезопасности Василия Зарубина отправили на пенсию в конце 1947 года. Большинство людей, которые и до, и во время войны работали, в том числе и вместе с Зарубиным в тех же штатах, достаточно назвать такую фамилию, как Семенов Твен, один из наиболее результативных разведчиков, работавших в войну в Америке, они были все сокращены, причем сокращены так, что вот тот же Семенов был вынужден пойти работать кочегаром в котельную, других вакансий на тот момент для него не было. Выйдя на пенсию, Василий Зарубин возглавил Федерацию тенниса спортивного общества «Динамо». Увлечение юности стало теперь для него повседневной работой. После смерти Иосифа Сталина началась массовая реабилитация невинно осужденных сотрудников иностранного отдела ОГПУ. Каждый день Василий Зарубин писал оправдательные характеристики на своих репрессированных коллег. Вскоре его квартира превратилась в перевалочный пункт. Бывшие разведчики, возвращавшиеся из тюрем и лагерей, не имея пристанища, шли к Зарубинам. Квартира у нас по тем временам была хорошая, 4-комнатная. У нас была комната там дальняя, вот там то один, то другой, а иногда и по несколько месяцев люди там жили. Конечно, мне не объясняли, но теперь я знаю, что вот много людей, которые нуждались какой-то помощи человеческой, проходили через нашу квартиру. В 1967 году, в преддверии 50-летнего юбилея органов госбезопасности, руководство КГБ СССР составило наградные списки. Генерал-майор в отставке Василий Зарубин был представлен к званию Героя Советского Союза. И он, поскольку его фамилия на букву «З», то он стоял первым в списке, потому что Герой Советского Союза представили, я не знаю, по-моему, папу во всяком случае представили. И как всегда, как говорят там, было такое правило, что, значит, члены Политбюро визировали. И когда этот список, хотя никто никого не знал, все равно, значит, попал Суслову, то он удивился, говорит, слушайте, этот человек старый человек, он уже на пенсии, какой он герой, раз, и все. Только спустя 4 года Василий Зарубин был удостоен правительственной награды. Он стал кавалером ордена Ленина. Это произошло в 1971 году, всего за год до смерти. Генерал-майору госбезопасности
Сотрудники КГБ вручили орден прямо в квартире, в домашней обстановке. А вот о жене Елизавете Юльевне, агенте Вардо, тогда так никто и не вспомнил. Елизавета Зарубина пережила своего мужа на 15 лет. Она погибла в 87 лет в самом центре Москвы, случайно попав под колеса рейсового автобуса. Мои родители, и которых я уважаю не только потому, что они мои родители, что абсолютно нормально, но потому, что уже будучи ставшим взрослым человеком, я, конечно, получил информацию о их деятельности, знаю многое, интересуюсь, собираю материалы. И, конечно, считаю, что они в своей профессии добились высших результатов. Вот это одна из причин уважения. Второе, все-таки, это я считаю, что оба они имели очень высокие человеческие качества. Петр Зарубин после окончания школы поступил в физико-математический институт. Связывать свою жизнь с разведкой он не захотел. Сегодня профессор Зарубин является одним из крупнейших специалистов России в области лазерной техники. Зоя Васильевна Зарубина – последний представитель семьи, кто служил в органах госбезопасности. В этом качестве она приняла самое активное участие в Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. В 1951 году ее уволили без объяснения причин. Прекрасное знание английского языка позволило Зое Зарубиной стать преподавателем в дипломатической академии. После этого никто из внуков и правнуков не решился связывать свою жизнь с разведкой. Судьба Василия и Елизаветы Зарубиных оказалась поучительной. Они верно служили Отечеству, не раз рисковали своей жизнью, но главная опасность их всегда подстерегала дома. В какой-то мере им повезло. Репрессии обошли их стороной. Супруги Зарубины остались на свободе. Но вряд ли это можно назвать достойной наградой людям, до конца жизни остававшихся беззаветно преданными своей стране.